И у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против, да? Я не против, но такой вот вопрос. Давайте. Насчет лика Антихриста хочу. Как настоящее или просто кто-то придумал? А в Библии нет того, что кто-то придумал. Это откровение Духа Святого. И он то, что есть в интернете, фреска монастыря. Я сейчас точно скажу, откуда и какая. Сейчас, секунду. Так, ну вот. Так. Да ладно, потом посмотрите, что именно там говорится. Ну, там просто лик Антихриста. Я в группе, скинул, как это, видео об этом. И вот мне интересно, как это. Ну, там изображение самого духа Антихриста и сходство есть там с одним человеком. Я не хочу на видео. Да не надо, говорить. Это не надо. Это все выдумки пока. Пока никто не знает. Еще предыдущие действия нет. Mm-hmm. Еще война будет. Ну, это я не сомневаюсь. Я как бы знаю. Оно будет стопудово. Вот суть в том, что вот это получается... Ну да, может быть, вот я и хочу ваше мнение узнать насчет этого. Вы не могу прямо это сказать, вот так вот там фотография есть, все есть. И как бы сходство вот так вот один в один. И там даже если разглядеть эту фреску, картину, то там даже фамилию можно увидеть. Да таких было уже тысячи. Не смотрите на это, нам это не нужно даже. Это игра. А мы думать начинаем, нет, голову ломать. Сатана рога покажет, а мы... прячемся. Ну, понял, все, понял. Не надо, мы ждем Христа, не Антихриста. Ну да, ну просто, когда с людьми разговариваешь, как бы многие верят в это просто. Ну, что, да, это мы договорились, пусть они верят, они все равно ничего не имеют и не хотят верить. Надо Богу служить в радости. Ну да, согласен. А это себе запудрят мозги, они ни о чем не могут больше говорить, как он, Галина Старева. Она уже десятки лет на одной теме сидит. А вы, может, видели у Галины Царева фильм «Заговор против Бога» вот это? Да, книга Еноха там рассказывается. Там Воробьевский Юрий тоже это. Я этой теме отдал 14 лет. Мои материалы им никогда не превзойти. Угу. Ну, просто я вот смотрел ее фильм «Заговор против Бога», он там 3 часа идет. Ну, как бы я только то, что нужно, улавливал оттуда. Я все подряд как бы не впитывал в себя. А вот про падших ангелов, и вот это, и книга Еноха. А вот ее же нету в Библии, этой книги? Нету и не нужно, об ней говорить не надо. Это апокриф. Ну, как бы все признают. Кто что, все? Да, кто там, все? Вот я не признаю, уже не все. А, ну все, понял. Это никто ее никогда не призывал, ни один святой отец не признавал, все признают. Ну кто все-то? Да. Ну назовите, Иоанн Златоуст признавал ее? Ну все, я вот чисто вот как бы сам вот учусь, там почитаю, там послушаю, и много информации. Это неправильно, неправильно. Вы ищите то, что написано у Бога, читайте Библию, и толкование Феодорита возьмите. Uh-huh. Иоанна Златоуста, 12 томов. Только у Златоуста. Я их насчитывал все. Они есть в аудио в интернете. Ну, все, понял. Значит, эта книга, она никак вообще не признается. Никак, да? Абсолютно никак. Она к нам не относится. Книг этих Евангелий было около 20, а церковь оставила только 4. Ну, понял. Ну, там у меня больше нет вопросов. Всего тогда, до свидания. Всего до свидания. До свидания.